Привет всем! И снова с вами мы, я Джин и он, Муха. Чем же мы сегодня займемся? Сегодня мы погрузимся в глубину виртуальных грез. О, тема. А диск номер один – это игрушка Fun & Games. Она представляет из себя смесь различных вещей. В ней вы можете увидеть совершенно несовместимые на первый взгляд предметы. Любой ребенок обрадуется, если получит эту игрушку в свои руки, потому что в ней можно сочинять музыку, рисовать, создавать модели костюмов, издеваться над людьми и животными, смешивая их и ко всему этому рубиться в различные встроенные игры. А теперь обо всем по порядку. Начнем с рисования. Нарисовать можно все, что угодно. Хоть треугольник, квадрат, смешную рожицу. В общем, все, на что способно ваше воображение. Ну а если вы не умеете рисовать, то есть возможность разукрасить уже готовую картинку, которых, кстати, огромное множество. Цветов и заливок тоже немало. Начиная от черного и кончая каким-то пузырьковато-радужным фигурным цветом. Рисовать, конечно, хорошо, но музыку посочинять тоже неплохо. И тем более, когда это совсем не сложно. В вашем распоряжении огромное количество инструментов, заготовленных сэмплов и уже подготовленных композиций, начиная от известных всем гимна США или банальной песенки Happy Birthday, заканчивая совершенно неизвестными. Ну а если в тебе проснулся талант модельера, то можешь потренироваться в одевании кого-нибудь, как правильно, так и неправильно. Выбирай одежду, прическу и все остальное, и начинай экспериментировать. Если же ты хочешь посмеяться, то есть возможность это сделать. Очень даже смешно выглядит человек с головой пингвина и с кривыми ногами. И, наконец, если вам все это надоело, то можно развлечься, поиграв во встроенные игры, такие как простые леталки, плавалки, ходилки и интеллектуальные игры простейшего типа. Игр всего 5. Особенно мне понравилась игра про мышей, типа Пакмана. Но вот практически и все. Единственным минусом является невозможность сохранять свои шедевры. В общем, детям эта игра очень понравится, особенно тем, которые любят смеяться и шутить. Да, Джин, на Panasonic заметен прогресс, но на Sony PlayStation чего-то его не видать. А в чем же косяк? Косяк в том, что игрушка называется то ли Палундра, то ли Алундра. Игрушка жанра RPG. И вид у вашего героя трехмерный. Таинственным образом вы попадаете на многолюдный корабль по типу Титаника. Здесь вам предстоит обойти множество кают и подсобных помещений. Как таковой цели игры я не выявил. Обычная бродилка с элементами зубодробилки. В общем, пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что. Вот такая вот интереснейшая игра. Непосредственно в самом игровом процессе вам разрешается прыгать на кого-нибудь. Также можно кинуть пару палок незнакомцев или подкатить к нему в позе упор-присев. Графика в игре радует глаз и согревает душу. Действительно, надо иметь недюжинный талант, чтобы при современных технологиях умудриться сотворить подобное чудо времен зарождения группы Prodigy. Море за бортом не имеет палитры, а лишь небольшая рябь на воде дает понять, что это оно. Игра очень запутана и загадочна не в меру. Приходится много хапсибарить и втыкаться в ихнюю тему. Каждый из них посылает тебя то направо, то налево. Загадочный смог окутывает корабль и придает игре что-то таинственное и неповторимое в своем жанре. Кстати, эта игра и будет нашим сегодняшним призом. Слушайте вопрос и не говорите, что вы его не слышали. Какая цель в игре Max & Maxinus, которая находится на сборнике Fun & Games? Присылайте свои ответы к нам на пейджер. Мы ждем их с нетерпением. Ну а мы скипаем в новую реальность. Упс, а мой живот, кажется, уже скипел.